В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Сверху-то вообще у нас стали небольшие. Там смело здесь. О, снова сегмента. Сейчас поправим. Так, это замерзло. Значит, я поторопился тут, на разделении забыл. Увлекся этой складкой. Со складкой увлекся. Где? Может, это не складки. Для самых любопытных фанатов фальцевой кровли, а я знаю, таких немало, есть бодрящая новость. В рамках международного проекта «Фальц. Онлайн обучение кровельщиков по металлу» будет проводиться смешанно, то есть… В начале установочные занятия, 15 дней, в оборудованной кровельной мастерской, а затем, для закрепления полученных знаний, обучение 2 месяца, но, уже онлайн, по тарифу оптимальные, 40 тысяч рублей. Сочетание онлайн и офлайн обучения кровельщиков, на начальном этапе, это революционный прорыв. Это полноценное систематическое полное, завершенное качественное обучение, совмещающее самые лучшие стороны, как онлайн, так и офлайн обучения. Очень много. Пузырчатые крыши есть у нас в Питере. Так что очень интересно, по поводу страны собираются колледжи и соревнуются между собой. Как правило, пять команд. Если он выигрывает первое место, то Санкт-Петербург ему выдает премию в сумме 200 тысяч рублей. Второе место, если часть колледжа, можно работать здесь при желании. Так, А что, он не поставил оценку, да? Всем здравствуйте. Здравствуйте. Я Владимир Радович, я вас приведу к обучению по кровельным работам.
еще. Вот такая у нас получается страшная на вид, но благородная картина. Пенал. Такой у нас получается пенал. Пенал. Четко все. Так, сейчас. Ну, наши прекрасные конвертные вещи. Так. Нормально. Ну, здесь не особо мы сейчас будем фиртовать, потому что мы здесь еще будем вставление делать. Не особо тут будем поднимать. Прижать можно чуть-чуть. Вот там место. Вот в этом месте. Как вы помните, мы делаем ослабление. Кто не помнит, напоминаю. Здесь мы делаем ослабление. Смотреть. Так, немного надо разлагнуться. Так вот, вам-то не видно, а мне видно. Немножко это место. Разлагнуться. Вот. Будет вам видно. Немножко так подправим. Вот. Вот такие вот. Они бывают с этими, с насечками, бывают без насечек. Но лучше без насечек. Насечки это может можно по оцинковке, а если у вас металл такой. Уралмат, например. Еще какая-нибудь. Могут просто следы остаться. Так, ну ладно, сейчас тогда возьмем. Не сильно. Вот. Ну, теперь шаблончик наш. Надо сказать, выдалеку картины. Чтобы вам понятнее было, что у нас тут происходит. Вот что у нас тут происходит. Что у нас идет. Ну, да. Видите? Вот у нас идет. Вот в этом месте вот. Вот в этом месте надо сделать расслабление. Вот как она идет, вот эта линия. Там просто его не видно, вот она идет. Это карандаш. Это карандаш у нас. Активность. Растирается. Так, сейчас покажу. Вот это место, видите. Вот у нас идет бисектриса. Так, все нарисуем. Чтобы совсем было понятно, что совсем. Так, вот у нас идет бисектриса наша.
Так, поверили пальцем. Вот, без креса наш идет. Ну и что делаем? Мы прямо по этой бисектрисе подкладываем вот так 10 мм. 10 мм подкладываем. И что? Так. И вот так вот параллельно вот этой линии, параллельно этой линии. Вот так вот делаем расслабление. Зачем? Потому что здесь очень много складок. Это удаляем. Вот из-за этой складки здесь получается 1, 2, 3. Три толщины. Поэтому это место мы ослабляем. Вот как у нас. У нас вот здесь вот все это зафиксировано, как делать. Вот, пожалуйста. Вот мы все делаем, как учили. Так учили, так? Так написано во всех рулях, книгах умных. Что-то я не сплотнел. Вот она фактически сейчас уже отрезана. Мы ее как пинцетом сейчас. Так, еще. Чуть-чуть. Вот здесь места осторожнее, потому что полезно. Тихонечко. Давайте. У нас получилось такое красивое расслабление. Такое красивое. Вот такое послабление. В этом месте у нас еще пройдет здесь линия сопряжения. Вот она у нас тут. Здесь все поднято, пойдет. Здесь у нас немножко. Сейчас вот это отрежем. Чем будем делать? Этими.
Это в жизни, конечно, бывают такие вот штуки. Когда они очень близко, но речка очень работать сложно с такими вот штуками. Вот, у нас получился здесь совсем какой-то супер сложный будет. Вот, на краю, там резко. Вот такая вот вставочка. Получается симпатичная. Вот. А здесь вот у нас. Все, вот видите, как. Здесь прослабили все, я колено. Отлично. 10 миллиметров. Вот здесь у нас. Так, сейчас мы с термонентом. Ну, сейчас ладно, остановим. Термонентом линия от облаченных вообще не будет видно. У нас же тут 45 идет. Так, вот 45, здесь тоже 45. Здесь 45. Ну вот все теперь видно. Тут у нас видно. Ну вот у нас тут идет. Сейчас мы тут сделаем наш фальц лекалом. Сейчас тут сделаем. Линию сопряжения. Так, линия сопряжения. Да.